течение дня волонтеры могут помочь лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, строительных и бытовых отходов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов. Особое внимание будет уделено местам массового отдыха населения, а также благоустройству памятных объектов. Полоцкий лесхоз приглашает всех неравнодушных жителей района объединить усилия и внести свою лепту в наведение порядка, благоустроить прилегающую к своим населенным пунктам территорию лесного фонда. Для того, чтобы стать участником акции, нужно обратиться в лесничество. Работники лесного хозяйства обеспечат всех участников мероприятия необходимым инвентарем.